Здесь начнем копать антисептик. Расстояние идет от стены до линии 2 метра. Здесь тоже 2 на 2. Но такой большой не будет, он где-то может 1,5 на 1,5 будет, посмотрим. Систему установили для выгребения септика. Здесь у нас идет такая лебедка, веревка и в конце такой крючок. Из ямы там копают, ведра засыпают, и там, который за веревку поднимает крючок, ведро сюда поднимается. Отсюда уже сразу вот такая дорожка на крыше. Такая дорожка. И сразу грузовик бросаем. Глубина где-то здесь 3 метра, а здесь 3,20. До этого уровня уже дошли. Постараемся выкопать где-то 6 метров, 5-6 метров. В глубину яму выкопали 4 метра. Еще дальше будем копать. Где-то 5 метров точно будем копать. А дальше видно. Верхняя точка у нас. Яму уже выкопали, 4,80 глубина, вот так выглядит она у нас. Вот она, чуть, где-то на 30-40 сантиметров чуть ниже. Продолжаем копать яму, высота 5,30. Выкопали высотой 5 метров 63 сантиметра. И вот здесь дно тоже выровняли. Вот лазинный уровень у нас. Здесь лестницы мешают. Практически одинаково. Плюс-минус, может, есть разница какая-то, но практически на глаз одинаково видно. Остальное, когда здесь камни поставим, зальем, тогда и полностью под миллиметраж установим. Фундамент тоже приготовили. Расстояние у нас кольца 150, ну 1,5 метровые. А здесь получается
раз от середины до середины. Здесь все будем раствором закрывать, чтобы они вплотную друг к другу держались.